Здравствуйте, я Надежда Флегонтова. И сегодня мы поговорим о здоровье кошки. Обязательно надо знать некоторые правила. Например, как правильно кошка должна питаться. Есть очень много книг правильных и интересных по питанию. То есть кошка не должна есть абы что, не должна есть кусочки со стола. Есть, допустим, такое понятие, что кошка очень любит молоко. Нет, кошка очень любит мясо, кошка очень любит какие-то субпродукты. Если вы будете правильно кормить кошку, у нее будет хороший иммунитет. Шерстка у кошки будет блестящая, глазки веселые. Плюс еще к тому, нужно вам следить за кошкой не только за питанием, но еще и за выделительной системой. Дело в том, что особенно у котов очень часто бывает проблема с мочеиспусканием. Часто коты мучаются во время процедуры. Это говорит о том, что у них застарился мочеточник. Это серьезное смертельное заболевание, если его упустить, если не вовремя понести кошку к врачу. Обязательно наблюдайте, как ваша кошка сидит на горшочке. Они должны это делать очень правильно, мгновенно и так далее, и так далее. Чем чаще вы обращаете на свою кошку внимание, тем больше вы держите под контролем ее здоровье. Посмотрите кошке в ротик, чтобы десны были невоспаленные. Посмотрите в ушки, чтобы ушки были чистые. Обратите внимание, как кошка кушает, и как кошка спит, чтобы все было нормально, чтобы все было красиво, чтобы шерстка была обязательно блестящая. И если вы будете следить за своей кошкой, вовремя обращаться к врачам, то ваша кошка проживет очень долго и счастливо. И если вы будете все делать правильно, то кошка доживает и до 20 с лишним лет.